Всем привет! И в этом видео я расскажу о своих самых любимых, самых эффективных и самых простых масках и ванночках для ногтей. Некоторые направлены на экстремальный рост, некоторые на предотвращение расслоения и увлажнения кутикулы. Их объединяет простота рецептов и доступность ингредиентов. Первая очень простая и эффективная маска направлена на стимуляцию роста ногтей. Для такой маски вам понадобится красный перец, а также любой крем для рук. У меня это самый дешевый глицериновый крем для рук на основе, собственно, глицерина и подсолнечного масла. Кстати, он очень прекрасно впитывается. Красный молотый перец благодаря своей остроте стимулирует кровообращение, что в свою очередь влияет на интенсивность роста. Мне потребуется где-то чайная ложка перца без горки, а также совсем немножко добавляю крема. Все тщательно размешиваю, чтобы получилась такая густая кашица. Ее я буду наносить на ногти. Основным ингредиентом здесь выступает красный перец. Он неимоверно эффективно стимулирует рост ногтей. Также красный перец используют даже для роста волос. Поэтому по праву его можно считать одним из самых действенных ингредиентов. Крем для рук позволяет немножко смягчить действие и при этом увлажнить кутикулу. Аккуратно этих 15 минут попробуйте не дотрагиваться слизистым оболочкам, а именно глазам и носу. Поверьте, будет не очень приятно. Повторять такую процедуру нужно не чаще раза в неделю. И поверьте, через месяц-полтора вы увидите результат. Следующий рецептик – это уже ванночка, которая предотвращает ломкость и расслоение ногтей. Можно сказать, улучшает общее состояние ногтей. Все, что вам потребуется, это йодированная или морская соль. Если у вас нет такой, берите обычную, которая у вас есть. А также вам потребуется йод, который можно купить за копейки в любой аптеке. В стеклянный сосуд я наливаю слегка подогретую кипяченую воду. Добавляю чайную ложку соли, можно даже с горкой. А также пару капель йода. Так как йод немножко может красить ногти, такую ванночку лучше делать вечером. Поверьте, на утро желтизна пройдет. Соль очень хорошо укрепляет ногти, дает им как будто плотности и толщины. Йод – это микроэлемент, который очень быстро и глубоко проникает в структуру ногтя и способствует его укреплению. В чистом виде лучше его не наносить на ногти, потому что может быть даже и ожог. Сейчас в йод добавляют спирт, который слегка может подсушивать ногтевую пластину, но при этом за счет того, что спирт обезжиривает ноготь, йод еще лучше проникает вовнутрь. Наслаждаемся ванночкой 10-15 минут. Эту процедуру можно повторять довольно часто, хотите 1, 2 или даже 3 раза в неделю. В результате вы получите более крепкие, твердые и напитанные ногти. Следующая масочка направлена на укрепление ногтей и уходом за кутикулой. Я называю ее витаминной масочкой. Все, что вам понадобится, это кокосовое масло. Если у вас его нет, не переживайте, берите подсолнечное или оливковое, все, что у вас есть. Также в аптеке можно легко и дешево приобрести витамин А, он же называется ретинол. Выпускается он в такой жидкой маслянистой форме. А также вам потребуется витамин Е, он же токоферол. Все эти витамины очень бюджетные и есть практически в каждой аптеке. Так как витамин А и Е – это жирорастворимые витамины, которые работают только в среде жирной, нам понадобится какая-то основа. В данном случае я использую кокосовое масло. Витамин А укрепляет ногтевую пластину, делает ее более гладкой, предотвращает расслоение и ломкость ногтей. И при этом именно он отвечает за ровные и здоровые ноготки. Витамин Е отлично увлажняет кутикулу, он придает ногтевой пластине блеск, стимулирует ее рост. При этом, если витамина Е в организме не хватает, кожа вокруг ногтей становится очень сухой, сами ногти ломкими, а на ногтевой пластине могут появляться мелкие впадинки или точки. Всю эту витаминную смесь мы наносим на ногти массирующими движениями и оставляем такую масочку на 10 минут. Часто ее делать не нужно, но она очень хорошо работает с кутикулой и кожей вокруг ногтевой пластины.
На этом все. Надеюсь, видео было вам полезным. Если это так, пожалуйста, поставьте пальчик вверх внизу под видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы видеть больше интересных видео. Я вас всех целую и пока!